Здравствуйте, друзья. Большое спасибо. Меня зовут Павел Флейшер. Я директор по развитию компании Binatel. И тема моего сегодняшнего доклада – звонить нельзя забить или звонить нельзя забить. В общем, сегодня будем расставлять запятые. Я дам лайфхаки по телефонии и CRM и использовании двух этих продуктов совместно. Перед тем, как, собственно, перейти к основной части доклада, объясню, по какой причине, ну, как бы, чем занимается наша компания и по какой причине у меня есть экспертиза в том, что я буду рассказывать. У нас есть три основных продукта. Это виртуальная ТС Binatel, умная телефония, это виджет заказа звонка с сайта GetCall и инструмент анализа эффективности рекламных кампаний Call Tracking. И вот на эти продукты у нас 7000 клиентов, это 7000 компаний, которые пользуются ими ежедневно. И так сложилось, что мы многое знаем о том, как правильно использовать телефонию в интеграции с CRM-системами, потому что у нас есть 33 интеграции с различными CRM-системами. И специально для этого события мы подготовили, в общем, чек-лист. Чек-лист того, как должна работать телефония, чтобы вы зарабатывали максимально много. Но чек-лист этот, он очень объемный. Здесь только первая страница, она дана мелко очень. 50 пунктов о том, какой должна быть телефония, ожидают вас на стенде у нас. Но время, которое есть у меня для доклада, позволяет мне рассмотреть первые три из них. Вот. И начнем мы с того, что телефонные номера, которые вы используете, они должны быть релевантны. Под термином «релевантны» мы понимаем, они должны быть вкусными для любого вашего клиента. Они должны иметь возможность пропускать через себя любое количество клиентов в любое время. И очевидно, что это должны быть такие номера, которые должны давать возможность обрабатывать вообще все звонки. Здесь надо сказать, что под вкусными номерами мы понимаем такие, которые подходят для ваших клиентов. У нас есть данные о том, как распределяются звонки по различным телефонным компаниям или по типам связи среди наших клиентов. Мы знаем, что из 100 звонков 52 звонка уходят на мобильные номера Kyivstar, 21 звонок уходит на фиксированные городские номера, 20 звонков на номера Vodafone и 12 звонков на номера LiveCell. Сразу скажу, что это данные, ну, знаете, такие в среднем по больнице. То есть все, очень многое зависит от той ниши, в которой вы работаете, от того региона, где вы реально находитесь, от того, кто ваши клиенты. Но подбирая телефонные номера для своего бизнеса, помните о том, что чем больше их, чем больше вы даете возможностей зацепиться своему клиенту за эти телефонные номера, тем лучше. По второму тезису о том, что телефонные номера должны давать возможность принимать любое количество звонков. Поднимите, пожалуйста, ручки те, кто использует сейчас для бизнеса мобильные номера или аналоговые номера. Есть такие люди? Вот мобильные номера, они априори одноканальные, то есть вы можете только первый звонок словить. По второму вы получите смс-ку. По третьему тоже получите, по четвертому не факт, в зависимости от оператора, ну и так далее, и так далее. Многоканальными могут быть только те номера, которые есть в формате SIP. И что очень важно, если вы используете мобильные номера, обязательно используйте переадресации с одного мобильного на другой или с одного мобильного на городской, что лучше. И если вы используете именно многоканальные номера, то вы получаете больше, чем тратите. Во-первых, вы ловите больше звонков в часы пик, в то время, когда у вас много обращений. Во-вторых, вы ловите обращения тогда, когда у вас один менеджер и есть второй и третий звонок. В-третьих, те люди, которые вам звонили, но вы не смогли поднять трубку, не смогли обработать обращение, остаются их телефонные номера. То есть им можно перезвонить чуть позже и удовлетворить их спрос. Третья вещь, которую мы рекомендуем очень делать, это следить за потерянными звонками. Тут, ну вот,
такая вам голая статистика. В нашей компании работает 60 человек в отделе продаж. И мы всем рассказываем, как строить телефонию для своего бизнеса. И тем не менее, мы успеваем принять только 76% звонков, которые приходят на наши рекламные номера. То есть, по сути, 24% всех обращений, которые приходят на наши рекламные номера, мы не отвечаем. Факт номер два. Более 80% звонков, которые приходят на городские телефонные номера в Украине, и компания не поднимает трубку, не обзваниваются обратно. То есть сотрудники компании не делают ни одной попытки дозвониться клиенту, который не дозвонился к ним. По мобильным номерам эта статистика чуть лучше, там 60% людей, которых не обслуживают. То есть, сделав нехитрые арифметические действия, можно понять, что 17% сделок в Украине теряется только по той причине, что персонал не обзванивает пропущенные. Следим мы за потерянными звонками в... Ой. А можно починить. Следим мы за потерянными звонками в нашей вкладке, которая является динамической. В эту вкладку попадают все телефонные звонки, которые мы не приняли. И исчезают из нее звонки, которые мы потом перезвонили обратно. Перейдем ближе к тематике CRM-системы. Без того базиса, который я рассказал, было бы сложно говорить о всем остальном. У нас есть интеграция с CRM-системами. Я вам хочу продемонстрировать коротенький ролик, он минутку длится, о том, какие функции дает интеграция CRM-системы и телефонии. Как бы нам там play нажать? Окей, пока мы ждем, я, наверное, буду рассказывать. Демонстрация функций, доступных после интеграции телефонии Binatel и CRM-систем. Клиенте при звонке. Нам бы еще при входящих звонках в окне браузера всплывает нотификация со ссылкой на карточку клиента, нажав на которую, вы переходите в CRM-систему и видите предыдущую историю взаимоотношений с клиентом. Можете добавлять новые комментарии и задачи. Быстрое создание карточки клиента при входящем звонке. Если клиент звонит впервые, в экране браузера появляется нотификация с предложением создать новый контакт в вашей CRM. Вы заполняете необходимые поля в карточке клиента. Поля «Номер телефона» и «Ответственный сотрудник» заполняются автоматически. Все последующие звонки этого клиента могут напрямую идти сотруднику, за которым он закреплен. Звонок в один клик из карточки клиента. Вы можете совершать исходящие звонки прямо из CRM-системы. Для этого достаточно зайти на карточку выбранного клиента и нажать «Позвонить». История звонков и аудиозапись разговоров в карточке клиента. Все ведущие CRM-системы могут предлагать возможность сохранять историю и аудиозапись звонков в карточке клиента. Благодаря интеграции телефонии и CRM-систем вы повышаете эффективность сотрудников, качество обслуживания клиентов и тем самым повышаете продажи. Можно вернуться к презентации. Тут надо отметить, а можно чуть громче микрофон, наверное? Тут надо отметить, что это базовые функции интеграции CRM-системы и телефонии, и они больше автоматизируют процессы работы, чем позволяют руководителю управлять продажами. И столкнувшись с этим, мы поняли, что несмотря на то, что мы сделали именно эти 5 функций как базовые функции CRM, на самом деле для того, чтобы поднимать продажи, мы используем другие. Вот. О них сейчас и пойдет речь. В любом взаимодействии между
клиентам и вашей компании всегда есть менеджеры. У менеджеров есть достаточно такие странные возможности болеть детскими болезнями, то есть не делать то, что, в общем, они делать должны. О них немножко и поговорим. Первая болезнь называется лидоамнезия. Суть ее заключается в том, что менеджер заводит в CRM-систему не всех лидов. Это очень печально. На нашем опыте, пока мы не стали работать с этой конкретной проблемой, мы теряли около 15% всех обращений в компанию. Почему так происходит? Потому что менеджеру могут отказать в самом первом телефонном звонке, а значит, заводить в CRM-систему его не надо. Потому что менеджеру может показаться, что клиент спрашивал не совсем то, что вы продаете. Потому что он просто забыл. Как делать правильно? Какая прививка от этой болезни? Система двойного учета лидов. Так это делаем мы. Есть у нас 5 источников, из которых могут приходить обращения. Это телефонные звонки, это виджет заказа звонка сайта, это заполнение формы на сайте, это чат и это письменное обращение на e-mail. У нас есть отдел контроля качества, который каждое такое обращение проверяет на предмет, новое это обращение или не новое. И раз в какой-то период, раз в день или раз в неделю, мы обязательно сверяем количество лидов, созданных в CRM-системе, и количество обращений, которое пришло, очень помогает в лидогенерации. Следующая болезнь – это синдром рассеянного внимания. Здесь менеджер обычно демонстрирует самую простую вещь. Он не перезванивает клиенту, забывает про него, факапит сроки, и как бы это очень плохо. Зачем нужно следить? Нужно следить за теми лидами, которые есть в вашей CRM-системе, на которые не поставлены никакие задачи, либо задачи поставлены, но на какой-то период в прошлом, то есть, ну, у них срок уже прошел. Контролировать это в CRM-системе очень помогает в качественном обслуживании клиентов. И здесь еще одна болезнь – это клиентофобия, переходящая в паническую панику. Симптомы здесь такие. Пациент звонит редко вашему клиенту и рассказывает, что, в общем, он не покупает, потому что ему неинтересно. Как с этим работать? Мы точно знаем, какие у нас есть этапы сделки. Мы представляем себе примерно, сколько звонков должно быть на каждом из этих этапов сделки. Ну, там, например, 2 звонка на этап или 3 звонка на этап. А еще мы себе примерно представляем, в каком интервале должны быть эти звонки. Раз в 2 дня, раз в 3 дня. И мы в CRM-системе контролируем не столько задачи, потому что, согласитесь, задачи очень легко открыть и тут же эффективно закрыть. Мы контролируем звонки. И мы контролируем длительность времени, которая проходит между 2 успешными звонками. Причем мы рекомендуем контролировать не только звонки любые, а только успешные и только те, которые длятся определенное количество времени. Ну, потому что есть разговоры по 25-30 секунд. Добрый день, вам удобно говорить, нет, неудобно, перезвоните попозже. И это вряд ли можно считать успешной коммуникацией с клиентом. То есть мы рекомендуем засчитывать звонок только в том случае, если он длиннее 40 секунд. Следующая болезнь называется велотекущая вялость. Ее симптомы – это не делать предложение, не делать альтернативное предложение для клиента и, в общем, ну как бы даже не продавать, а скорее консультировать. К сожалению, про лечение этой болезни поговорим чуть позже. А вторая болезнь – это хитропопость. Такая вот болезнь, когда менеджер рассказывает своему руководителю или директору о том, что он звонил и разговаривал, и все было хорошо, а на самом деле ничего не было. К сожалению, вакцины от этих двух болезней, вот такой же простой и понятной, как на предыдущих, ее просто не существует. Зато эту болезнь можно купировать, то есть, ну, как-то сгладить от нее негативный эффект. Для этого мы используем 3 вещи. Это запись разговоров,
плюс контрольный лист оценивания каждого менеджера его разговоров. И все это силами отдела качества. Здесь очень важно понять и очень важно принять, что прослушивать все равно придется. И сама по себе телефония или CRM-система не гарантируют того, что у вас тут же будут лучше продажи. Только работая с этим инструментом, можно чего-то добиться. А работать самостоятельно, как показывает практика, времени особо никогда нет. Поэтому очень рекомендуем вам задуматься над созданием отделов качества, как, например, у нас в компании. То есть почему это важно? Давайте такую очень простую ситуацию разберем. У вас есть 400 обращений в месяц. Мы рекомендуем контролировать каждое первое обращение в компанию, то есть как обслуживается клиент, что ему говорят, что он спрашивал и так далее. И также прослушивать каждое последнее общение этого клиента, в котором он или отказался, или купил, и давать менеджеру обратную связь. Если это 400 лидов в месяц, 400 обращений, то, соответственно, нужно прослушать 800 разговоров, что примерно составляет 133 часа рабочего времени, что примерно составляет 16 рабочих дней, то есть работа одного сотрудника. И, как показывает практика, работа этого одного сотрудника позволяет вам поднять продажи в разы, а не на проценты. В завершении моего доклада хочу сказать о том, что одна из услуг, которую мы предоставляем, это колл-трекинг. И вот совсем недавно, около недели назад, мы завершили проект по созданию не просто колл-трекинга, а сквозной аналитики. То есть возможности не только анализировать эффективность той или другой рекламной кампании по количеству звонков, но и по количеству денег, которые вы в итоге заработали. Сейчас это работает в AMA CRM, очень скоро это заработает в Bittrex 24, и для всех участников iForum мы подготовили подарок: 1000 гривен на счет виртуальной АТС и 2000 гривен на счет колл-трекинга. Очень рекомендую вам воспользоваться. Кроме того, на нашем же стенде есть контрольные листы оценивания, которые мы используем сами и, в общем, делимся с вами. Я думаю, что если есть время на вопросы, их можно задать. Если его нет, то спасибо.